кормить. Вот ты сам же можешь кушать, кукурузная душа. Мама должна кормить, да? Да. А, ну потому что у него, вот видите, здесь занятие такое интересное. Ему домик такой принесли. Мы пока Кирюша на тренировке, мы тут пережидаем в кафе. У нас в районе столько всяких уютных кафешечек. Можно зайти вот так, перекусить, переждать. Да, Лев? Да, и вот Леве принесли домик, и он играет. Передай всем привет. А я там не знаю, это можно. Лев, скажи всем привет. Всем привет. Привет всем. Молодец! Кирюха гол забил. Умничка! Это вот он в желтых бутсах у меня. В оранжевой штуке. Я не знаю, как будет вести этот цветок себя зимой. Но пока гибискус меня очень радует. Постоянно распускаются цветы. Цветут всего пару дней, но тем не менее они быстро набирают бутоны и появляются новые цветы. Очень красиво. А за окном у нас сегодня плюс 8, ветрище, вижу, дождик прошел. Вот такая весна. Полка. Ну, нормально. Ну, я ставлю ботинки. А давай сначала полочку на место поставим, там, где она будет стоять. Давай? Да. Ну, давай. Лёва тут расставил все, Лёв. Все расставил, Лёва. Двигаем. Давайте, двигайте. Двигай. Ага. Молодец. Двигай. Давай. Ой, вообще, как идеально вписалась, смотри. Закрывай глазки, пойдем. Не переживай, все хорошо. Я тебя веду. Раз, два, три. Что ты сделал здесь? Это бункер. Это бункер. Это бункер. Это мне нравится такая. Это супер убежище. Залезай. Темно, наверное, ты видел. Светло. Вот это классно, Кирюша здесь все организовал. Вот так вот. Целый дом у вас, да, получился? И фотки. И даже фотки. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been thinking me out. Ты, конечно, вряд ли в это поверишь, но сейчас в твоей жизни идут именно те годы, которые люди называют лучшими. Какие-то кудряшки красивые. Кудряшки у тебя красивые, да? Вот какие красивые, закрутили. Всех с первым днем лета, с днем защиты детей. Я детям подарила вот такую рыбалку для прогулок. Потому что посмотрела, а на улице-то прям лето. Прям с календарное лето началось одновременно с погодным. Ну что, получается поймать, Лёв, у тебя хоть кого-то? Поймал, молодец. Ой, Лёва, так выбрасывай, так не надо. Я понимаю, что так рыбаки делают. И малышку под рыбалкой. Давай. И ловим, да? Оп, я поймала. Ой, молодец, Лёва тоже поймал. Раз, вверх. Угу. Вот раз, так. Выливайся. Вот. Принеси нам хлеба. Принеси нам хлеба. Принеси нам хлеба. Черного и белого. Черного и белого. Только не горелого. Только не горелого.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Мы тут привели Макса. Как-то так обнаружилось, что старая шлейка у нас резко стала ему мала. Нам кажется, что он не растет, а он, видимо, все-таки активно растет. Давай. XS ему уже не подходит. А это у нас размер S, да? Да, кстати, S вот мало. Ну-ка. Застегивается. Максик. Максик, повернись. Повернись. Ну ты что переживаешь? Волнуется, аж трясется. Да. Вроде красиво. Да, а вот тут, смотри, да, выпрямляется. Ну это можно умать. Все, отлично. Слушай. Ну, что такое? Мне кажется, это по размеру норм. Ну, Максик в обновочке. Вот такая. Хорошо. Еще взяли такую штучку. На прям ручку от поводка вешается. И пакетики, чтобы убирать. Ну, в общем, убирать за вот этим псом. А еще такую поилку взяли дорожную. Сюда вода наливается. Вот так вот открывается. И вот так в дороге можно попоить пса. Смотрите на этого красавчика. Пса видит. Какой молодец. Какой молодец. Умничка. Для матери еще. Умничка наша. Вот, молодец. Кирюша сегодня торжественная линейка, либо последний звонок. Не знаю, как это во втором классе называется. Вот, идем в школу. Мы с Левой провожающие. Кирюш, ну ты рад? Все, ты уже второй класс закончил. Представляешь? Уже, считаю, третий классник. Только ж первый пошел, уже третий классник. Вот так вот быстро время промчалось, да? Ну, давайте концерт нам еще. Давайте концерт. Вау! Неплохо. Смотри на меня. Смотри сюда. Еще разочек. А вот на эту штуку не смотри. Вот сюда смотри. Вот сюда, вот сюда. О, Дубай. Дубай. Дубай.